Всем доброго времени суток. С вами я, Любовь Сальникова, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. И сейчас мы проведем небольшую зарядку, которая подарит заряд бодрости и энергии на весь день. Поехали. Начнем мы нашу зарядку с разминки пальцев. Вот так, массажными движениями, двигаемся от основания к кончику пальца. Массаж пальца очень полезен, он снимает стресс, напряжение, усталость и просто поднимает настроение, поэтому и полезно, и приятно. Далее делаем разминку шеи, наклоны вправо-лево, вперед-назад по 10 раз. Это улучшает кровоснабжение, а также доставляет питательные вещества и кислород к нашему мозгу. Также у кого шейный хондроз, эта разминка будет не лишней. Для того, чтобы размять наши руки, нам понадобятся небольшие гантельки. У кого их нет, можно использовать простые бутылки с водой. Итак, сделаем несколько упражнений подряд, по 15 раз. И начнем с простых поднятий наверх. Не будем торопиться, потихоньку, раскачиваться тоже не стоит. Следующее упражнение – подъем из-за головы. Далее поднимаем руки вверх. Выпрямляем наверху полностью, стараемся. Каждый делает в своем темпе, как ему удобно. После этого упражнения выпрямляем руки перед собой. И делаем такое движение вниз-вверх. На каждую руку по 15 раз. Рука, которая не делает, ее нужно расслаблять и нужно опускать. Она всегда в напряжении. Далее, после этого, остаетесь в той же позиции, также руки прямые, и рисуем кругишки. Можно маленькие, можно большие. Круги. 15 раз наружную сторону. И 15 раз вовнутрь. Старайтесь терпеть, не расслаблять руки, не опускать, потому что уже чувствуется усталость. И не спешим, потихоньку. А теперь настало время немного нагрузить ноги. Начнем мы с выпадов. По 15 раз на каждую ногу. Поехали. Далее мы продолжим прыжками и приседаниями. Начнем с приседаний. Ноги вместе. Приседаем 15 раз. Далее ноги ставим пошире, носки в сторону. Также приседаем, но когда поднимаемся, добавляем небольшое выпрыгивание наверх. Можно немного встряхнуть руки и ноги, и теперь займемся растяжкой. Также скрестили ноги и наклоняемся вниз. Касаемся ладошками пола. Не спешим. Самое главное, не спешим. Колени не сгибаем, не сгибаем. Стараемся своей грудью задеть бедра. Также делаем это на другую сторону.
Все, спасибо за зарядку. Надеюсь, все довольны и зарядились бодростью. Счастливо.